Друзья, всем привет! Мы находимся на фестивале «Утиная территория». Масштабное очень мероприятие. Большой палаточный городок. На базе все номера тоже забронированы. Все интересное вон там. Сейчас пойдем посмотрим. Веселые, находчивые. Члены жюри были единогласны. Победила яичница, которая была с помидорами у нас, с сыром. Готовила маленькая девочка. Поздравляю. Пожалуйста, возьми с собой одного взрослого. Очень большой приз ты не унесешь. Это месячный запас яиц. Готовь, старайся. И, да, больше вкусных яиц. Бори, очень рад вас видеть на открытии фестиваля «Утиная территория 2024» в Туле. Всем привет! Ребят, ну это не серьезно. Я гляжу, взрослые дети. Давайте проверим, кого больше сегодня. Я кричу, дети, только дети кричат. Готовы. 3, 4. Дети здесь? Молодцы. Гораздо лучше, чем все вместе до этого. А теперь взрослые. Взрослые здесь? Ну а теперь все вместе. Готовы? Бурные аплодисменты. Это разве бурные аплодисменты? Давайте бурные аплодисменты и кричим «Готовы!» Бурные аплодисменты и готовы! Молодцы! Ребят, очень здорово, что в этом году огромный фестиваль. Я думаю, все останутся довольны. Чуть позже расскажут, какая программа сегодня и что вас ждет. А сейчас, по традиции, мы открываем наш фестиваль торжественным поднятием флага «Утиная территория». Приглашаем для поднятия флага организатора «Утиной территории» фестиваля генерального 2024 в городе Тула Дмитрия Шарикова. Дмитрий Шариков. И под наши бурные аплодисменты мы поднимаем флаг «Утиной территории». Ура! Теперь я передаю слово нашему ведущему. Основателя проекта компании «Школа охотничьего мастерства». Основателя проекта «Утиная территория 2024» Дмитрий Мельников. Под ваши аплодисменты, друзья. Друзья, всем большое-большое спасибо. Очень приятно вас видеть, что вы здесь собрались на нашем фестивале. Приятно, что из года в год количество и участников, и, соответственно, людей, кто активно принимает участие в фестивале, у нас растет. И при этом принимают они самое активное участие. С
спонсоры. У нас достаточно много спонсоров новых появилось, которые также активно принимают в этом участие. Поэтому еще раз вам спасибо, что вы здесь все собрались. Фестиваль будет очень интересный, об этом расскажет уже непосредственно Дмитрий, организатор. Наша задача сейчас выпустить птицу, естественно, всех своих детишек подготовить, проконсультировать, окольцевать птицу и выпустить им непосредственно в охотничьи угодья утят, которые будут дальше существовать. Соответственно, еще раз хочу всех поблагодарить за ваше присутствие. Для кого-то дорога была очень долгая, для вас вообще низкий поклон, потому что я знаю, что люди приехали действительно некоторые за тысячи километров для того, чтобы поучаствовать в нашем фестивале. Еще раз всех с праздником, поехали! Ура! Спасибо большое! Спасибо. Какая тут хорошая уточка стоит. Давайте ей тоже аплодисментов подарим. Это просто отдельное настроение сегодня нашего фестиваля «Утиные территории 2024», друзья. По поводу, как будет проходить фестиваль, расскажу позже. А сейчас на эту сцену я приглашаю. Слово предоставляется директору департамента охотничьего хозяйства Минприроды Тульской области. Момент Андрея. Аплодисменты ему! Добрый день. Уважаемые гости и жители Тульской области, мы рады вас всех приветствовать на Тульской земле, на территории Ясногорского района нашей области. Мы очень рады, как говорится, видеть большое количество и участников, и гостей. Вы понимаете, что сегодня, то есть, как уже организаторы озвучили, проводится фестиваль «Утиные территории». То есть это беспрецедентная акция именно на территории нашего региона. То есть сегодня на территории наших водоемов, то есть не только здесь, а по всей области, будет выпущено 2000 утят. То есть это такой серьезный шаг в сторону воспроизводства именно охотничьих ресурсов. Мы здесь всех рады вас видеть, особенно рады именно молодому поколению, то есть даже самому маленькому. Рады, что их родители приучают и прививают своим детям именно любовь к природе. То есть мы двигаемся именно в сторону сохранения именно нашей природы. Очень рады здесь вас всех видеть. 2024 в городе Тула. Дмитрий вместе с Шариком! Здравствуйте, дорогие туляки и гости нашего прекрасного города. Ну вот начинается наш фестиваль «Утиные территории», который мы долго-долго ждали. Вышла очередь на наш год. Следующий год будет в другом городе. Этим надо как-то... Спасибо за ваше огромное участие. Коротко немножко расскажу о фестивале, что вас ждет впереди. Впереди будет катание на болотоходах детей. При наличии какого-то взрослого будет большой Мишка, большой Чебурашка скоро приедет. Шоу мыльных пузырей, анимация для детей. Ждем вечером воздушный шар при условии хорошей погоды, неветреной. Билетики уже раздаются. Кто будет участвовать в конкурсах, тоже будет раздаваться билетики по 4 человека. Ну и вечером будет заключительный концерт. Нам приехал автор и исполнитель песен Артем Абакумов из города Волгограда. Поприветствуйте его. Артем, ты где? Вас не видно. Вот он. Можно вас позвать? Я вырос на его песнях. Кто не слышал его песни, сегодня вечером еще услышите. Замечательные стихи. Конечно, может быть, не все их поймут. Можно? Добрый день всем. Я приехал с города Волгограда. Где-то 950 километров. Вечером всех приглашаю на этот концерт. Я исполню где-то 15 песен. Не все творчество, но треть затронем. Споем об охоте, о любви к ней. Всех жду. Спасибо. Ура! Ему отдельные кнопки, аплодисменты. Ну, хотел бы поблагодарить всех спонсоров, которые, значит, оплатили наших утят, которые создают такие праздники. Они все на нашем баннере. Можете посмотреть. Если кому-то интересно, я могу рассказать о каждом спонсоре. Ну и всем счастливого праздника! Ура! Вот он, фанат гусей!
Нужно просто песни писать. Держите вам микрофон. Здравствуйте, друзья. Приехал в Рязани. В Тулу. Дима, приятно. Дай мне шума! Мельник, Артем. Мы все здесь, вся элита охотничьего хозяйства современного. Почти вся здесь. Сейчас пойдем вместе с вами с детьми выпускать утят. Это будет настоящий праздник. Пойдемте, друзья. Ура! Захотел. Он, во-первых, один, он боится еще один. Надо пару пускать. Да, надо всех. Я вам больше скажу, я бы сюда один не поехал. Так я верю. Верю. Вы бы заблудились у нас. И конечно. Ну, дайте брата ему или сестренку. А эти что не очень? Да, сюда тебя принесут. Сюда иди становись. Бегом идите за утятами. Конечно, если хватит. Давайте сюда одного. Да, иди подходи, у тебя тем более один, тупо сел за одного. Ребят, дайте мы выпустим. Вон туда, вон, дядя, давай. Поздравляю. Макс, держи крепко, у меня руки. Не бойся, вот, как котенка, держи крепко, все, держи. Ура! Ура! Все, ура! Ура! Пятый наш, Сойки. Еще иди бери, еще иди бери, даду. Два сразу приноси. А сколько сегодня у нас вы выпускаете? 2000. Все 2000? Да. В этих ящиках? Да. Я буду считать. Ладно, считайте. Вот здесь 6 штук. Вы ответственны. Отпускай. Нет, нет, они далеко не идут. Они сейчас приедут. Иди, иди, малыш. 7, 8. Они перекликают. Они вылетели из яйца в утку. Нет. А ты вот, там дай потом диких. Есть такая порода. Охотничьи утки. Вот именно от них выводят, они несут таких инкубатор и выпускают на губку. Они мальчики не живут. Да, они уже самостоятельные. Дайте свободу. Подальше. Ходят по травке, сейчас будет
Давай, отпускай. Слышь, они сейчас собираются. Вот они. Ну что, друзья, утиная территория закончилась. Вот они. Одна из стаек. Они разбрелись по водоему такими группами. Лагеря потихоньку все уже собираются. Ну, на фоне утят. Не забывайте подписаться на канал, поставить жирный лайк. Увидимся в угодьях. До скорых встреч. Пока.